Так, здравствуйте, дорогие друзья. Все, мы начинаем урок. Сегодня будет чуть короче урок, 15 минут. Потому что я очень спешу. У меня сегодня есть тренинг и работа есть работа. Но так как результаты работы от Бога, то надо вначале все равно получить Тору, помолиться, а потом уже будет, все остальное будет хорошо. Все. Дорогие друзья, мы продолжаем изучать шестую главу, поэтому я сразу начинаю сейчас с... Не будем долго там раскачиваться. Шалом, бонжур, хелло. Всем шалом. Один раз я всем говорю шалом. Шалом, такой общий, серьезный шалом. И, значит, сейчас мы дошли до того, что сказал нам в 20-м отрывке царь Соломон нам сказал, что «Нцор бни мицват авиха» – «Сохраняй заповедь отца твоего». И не отказывайся от учения матери твоей, да? Брухатодуйно или ламшопинамдуру. То есть объясняет нам Малбим, что если ты будешь делать действия, тогда объяснение у тебя будет и так. То есть есть Тора объяснение, есть заповедь действия. Если ты много знаешь, но не делаешь, такие варианты есть. Но тогда и знание забудется. Но если ты делаешь, то по-любому это подтверждает, что ты знаешь. То есть действие важнее, чем получается знание. То есть есть много людей, которые красиво рассуждают про Тору. Есть много людей, которые, например, профессора в университете, в Бар-Илланском или в Иерусалимском университете, они изучают Талмуд как просто Талмуд, как, ну, как книгу, как науку какую-то, да. И они могут много знать, но действия они не делают. То есть именно Бог так очень красиво все создал, что связь с Богом, она устанавливается именно через действие. Теперь дальше царь Соломон разъясняет эту мысль. И он говорит, Кашрем, 21 отрывок 6 главы. Кашрем аллибеха тамит андем альгаргаратеха. Значит, он говорит, привяжи их на сердце всегда, то есть чтобы они были заповеди на сердцем твоем всегда. И андем аль, обвяжи ими шею твою. Андем это обвяжи ими аль гарагаратеха, свою шею, то есть произноси их, обсуждай их. Значит, как оно работает? У человека есть же очень много мыслей. Вот все, что человек знает, оно у него есть в долгосрочной памяти. И оно периодически всплывает ему в сознание. Та мысль, другая мысль. А какая-то мысль ему зашла со стороны, кто-то ему что-то сказал, что-то он прочитал. Вот я прочитал, Влад Косов смотрит, оп, у меня пошла мысль. А у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. То есть идет ассоциативный ряд, и у человека вот так вот за день пролетает сквозь его сознание 70 тысяч мыслей. А в подсознании у него мысли, там, я не знаю, 70 миллиардов мыслей. Теперь... Эти все мысли вошли в него со стороны. Если человеку повезло, то в него вошла Тора, у него появляется интерфейс такой, у него появляются мысли, знания, как соединиться с Богом. Теперь вначале это как теоретическое такое знание, у него появляется новое измерение в голове. Попробуй скажи Маугли, что есть там грядущий мир, что есть вечность, что есть рай. Или обычному человеку с улицы, объясни. Он скажет, да не, это все нереально, все, у меня нет в голове уже места. Какой рай? У меня тут, вот я, белая церковь у меня в голове, там, я не знаю, в Бали, Таиланд, вот это все у меня есть в голове, да? Правительство в России сняли, сейчас новый вот этот, как его там, главный премьер-министр. То есть у обычного человека, у него есть полно в голове мыслей, над которыми он постоянно думает. Теперь, если есть Тора, то Тора по определению, это же идет от Бога, то есть сама Тора, знание идет от Бога, это как мысль Бога через пророка она зашла, а заповеди, это в ней такие вот, как в компьютерной игре, есть некие действия, которые надо делать для того, чтобы включать жизнь и связь с Богом. Теперь эти заповеди, они идут всегда против природы человека, то есть нет заповеди, кушай вкусно варенье по утрам, потому что, ну и так варенье вкусно, так зачем нужна заповедь кушай варенье? Но есть заповедь не кушай вкусных креветок, или есть заповедь не делай то, что хочется, или есть заповедь делай то, что не хочется. Вот, например, есть заповедь проведывать больных, есть такая заповедь. И вот завтра там...
Едет у нас несколько моих друзей из синагоги, едут проведывать, есть такой дедушка, Рэб Йосеф его зовут, ему 97 лет. И они собрались, то есть ребята, все женаты, у всех дети, у всех бизнесы, работы. И они едут к какому-то дедушке домой, которому 97 лет, у которого нет ни копейки денег, они содержат, чтобы у него была сиделка. Просто выполнит заповедь. Почитание старца и заповедь Бикур Халим, это проведывать больных. То есть, и это все то время, каждый их шаг, он это заповедь, когда они в ту сторону едут, да? Понятно. Теперь, для того, чтобы заповеди эти помнить, их советует царь Соломон, кашрема лебеха, их надо привязать к сердцу. То есть, ты должен все время их изучать. Есть там Шулхан Арух, есть Мишна Брура, есть Тицур Шулхан Арух, есть как выполнять законы правильно, то есть должностные инструкции, как служить Богу. Есть целые огромные-огромные книги. Вот про Шаббат только я вам сейчас покажу книгу про Шаббат. Называется эта книга. Вот смотрите. Называется книга «Шмират Шаббат Кейлхата». Соблюдай Шаббат по Аллахе, как надо его соблюдать. Вот эта книга... Вот этим мелким почерком, это только все про шаббат. Все нюансы, как правильно соблюдать шаббат, какие возникают вопросы и так далее. Смотрите, научный труд, диссертация. Просто диссертация, я не знаю, есть ли такие диссертации. 10 диссертаций, как соблюдать шаббат. И это то, что он говорит, что если ты хочешь соблюдать заповеди по-настоящему, то просто так не получится. Сказал, типа, сделаем и потом разберемся. Это надо постоянно изучать, изучать, изучать. Теперь дальше. 22 отрывок. Это говорится про заповеди. Теперь. Бе-ит алехеха танхе отах. Бе-шахбеха тишмор алеха. Ва-атицата и тесихеха. Теперь про Тору говорится. Теперь Тора это как мысли Бога. Вот Бог рассказал. Берешит бара элутим. Вначале Бог сотворил. Это шамаем ве это арец. То есть это не заповедь, это сообщение о том, что вначале Бог сотворял небеса и землю. Имеется в виду духовные миры и, потом, и материальный мир. Да? То есть есть материальный мир, который связан с материей, есть с материей и с энергией. Есть духовный мир, который не связан ни с материей, ни с энергией. То есть это другое измерение, которое нам недоступно, это измерение, потому что у нас нет приемника для его восприятия. Духовное измерение, оно, вот если как радио, есть волны, диапазон волн. Есть FM какие-то волны, есть AM волны, диапазон. А есть, например, диапазон волн, который мы не воспринимаем. Так вот, значит, духовный мир это то, что мы не воспринимаем, но он является управляющим. То есть он идет как бы сверху, есть Бог, есть его как бы мысль, которая идет через духовные миры, там ангелы, там целая-целая тоже система. Мы пытаемся дать ей название, чтобы по аналогии с нашим миром, что говорят, что небесное царство, как земное царство, да? То есть люди здесь, которые видели царя и видели, как это все здесь работает, они говорили, наверное, на небе также есть какая-то иерархия. Но по факту видели эту иерархию и воспринимали только пророки. Но потом, когда они ее пророки, они видели вот тот духовный мир, у них был вот этот вот приемник восприятия. Они потом, когда его передавали, они передавали все равно нашими словами. Например, вот человек, который никогда не ел фейхоа, как он будет про фейхоа рассказывать? Он будет рассказывать, фейхоа зеленая, примерно как авокадо. Ну, понятно же, что фейхоа вообще не авокадо. Но по цвету оно похоже на авокадо. Фейхоа, оно... Внутри такое светло-зеленое, похоже на крыжовник. По консистенции, даже нет, на плотный крыжовник. Крыжовник смешанный с авокадо. Вот примерно так же пророки, они объясняли то, что они видели там в духовном мире, но когда они хотели объяснить это людям, которые в духовном мире никогда не были, они использовали слова, которые были понятны в духовном мире. Но надо понимать, что Тора... Вот то, что пророки воспринимали, и то, что Моше Рабейну Моисей передал как Тора, пятикнижие, да, то, что было записано в пяти книгах, и с того момента не изменяется ни вообще ни одной буковки, ни одной черточки, ни одной, там есть на буквах короночки такие, тоже не изменяется. Вот Тора, как она была записана 3000 лет назад в пустыне, так она и передается. Так вот, Тора это
заповеди – это часть Торы, а Тора – это объяснение, как вся эта система работает. И надо понимать, что Тора – это как свет, который идет от Бога. Заповеди – это приказы, которые, когда ты их делаешь, ты доказываешь, что ты знаешь, понимаешь и включаешь вот этот контакт с Богом, который, ну, контакт. И вот здесь написано в 22-м отрывке про то, как будет на тебя влиять Тора. Когда ты ложишься, когда ты идешь, помните, в Шма Исраэль мы говорим, что будешь произносить слова эти, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. Это в главной молитве. Здесь написано, когда ты будешь идти, она тебя будет вести. То есть у тебя будет мировоззрение, тебе будет понятно в жизни, что важно, что не важно, что приоритетно, что не приоритетно, какие есть важные вещи, какие неважные, как вообще все у себя расставить в мировосприятии. Потому что человек живет в своем мире, который он внутри выстраивает по каким-то идеям, которые получает извне. И вот он получает идеи и выстраивает. И некоторые такое себе выстраивают, что просто вообще смешно даже. Да? Есть такие, секта была недавно, я читал, Бог Кузя. Значит, какой-то сумасшедший. Он назвал себя Богом Кузей. И он, значит, он Бог Кузя, собрал целое огромное количество бабок каких-то. Эти бабки верили. И он, значит, у него, что я запомнил про этого Бога Кузю, что у него он придумал какие-то наказания. В общем, наказания они били такой калошей именно по морде. Это были наказания у них. По морде калошей он придумал. И он этот Бог Кузя, как он себя называл, он собирал экзотических животных. Он любил экзотических животных. Павлины у него были. Но это все было в квартирах, в обычных там хрущевках. Павлины, эти самые обезьяны. В общем, его посадили в тюрьму. Мошенник. Он с этих бабок собирал очень много денег. Так вот, обычный человек, он, конечно, не на Бога Кузю не тянет, но он все равно выстраивает себе какую-то систему в голове, как он живет. Теперь, но эта система, она же потом его и наказывает, потому что вот эта выдуманная система, она же все равно выдуманная. И в конце концов, Бога Кузю посадили в тюрьму, еще кого-то там, в сумасшедший дом. Обычный человек просто живет всю жизнь, бегая по своей вот этой вот, пытаясь обустроить свою эту выдуманную реальность, потом заболевает, и она у него рушится, и все. А Рэб Йосеф, например, 96 лет, который до 92-93, он доползал до синагоги для того, чтобы все равно помолиться и на праздник туда прийти. Он один, у него нет ни родственников, ни детей, никого, все поумирали. Но теперь молодые ребята из синагоги ходят, его обеспечивают, и это, то есть это не они его обеспечивают, это Бог ему дает вот такое вот, как бы продолжение его мира. Он жил в системе Торы, теперь Тора, она его защищает, как написано в 22-м отрывке. Будешь идти, она будет вести тебя. Ляжешь, она будет охранять тебя. Тишмор алейха. Вайти цата. Когда ты проснешься, она будет с тобой разговаривать. У меня сегодня, я вот обратил внимание, я когда утром проснулся, у меня в голове звучала какая-то псалом или из Псукей де Зимра, вот я сейчас не помню, или из утренней молитвы, или из шабатней молитвы. Я проснулся, у меня в голове такая прям звучит, как песня такая, да? И я думаю, я удивился вначале. Ночью мне снился очень такой интересный сон сегодня. Интересный мне сон снился, связанный с каким-то моим спортивным прошлым. То есть это была какая-то сборная какая-то, но одновременно там были какие-то драгоценности. И вот какая-то там спортсменка в виде казашки, и речь шла о какой-то огромной сумме в драгоценностях. И она выбирала, кому дать эту сумму в драгоценностях. И я говорю, а я тоже спортсмен бывший. И там была целая такая, ну, какая-то детективно-спортивная история. И когда я проснулся, у меня в голове звучит Тора. И я думаю, ну, интересно. Ну, понятно, что сон вообще непонятно о чем. Какой-то вот набор обрывки каких-то фильмов из прошлого. Тут у меня Тора звучит в голове. Я думаю, ну, отлично, Тора это хорошо. То есть это хороший знак, пусть звучит Тора. Я как раз... Сегодня вот мы изучаем, что когда ты проснешься, она будет разговаривать с тобой. Потому что человек все время живет в каком-то внутреннем разговоре, который он разговаривает с собой. У каждого в голове звучит радиоточка. И вот весь вопрос в том, о чем говорит с тобой твоя радиоточка. Если вы отследите свои внутренние разговоры,
особенно когда вы засыпаете, просыпаетесь, сны, которые вам снятся, вы поймете, что большинство из них можно было бы спокойно выключить и все, потому что они не ведут никуда, они ведут в пустоту и в никуда. А вот Тора, она ведет вечность, она тебя ведет вечность, связь с Богом и так далее. И 23-й отрывок, мы сегодня завершаем на нем, один из самых известных отрывков из Мишли, значит, отрывок такой, «Кинер мицва», потому что свеча – заповедь. Потому что, прям дословно, тинер мицва, потому что свеча заповедь, в Тора, Тора, она ор, она свет. Тора, учение, это свет. В Дере Хаим, путь к жизни, путь к жизни. Тохахот мусар, путь к жизни, это увещевание, страдания, нравственное увещевание и страдания, путь жизни. Вот три части нам даны. Значит, первая свеча, это заповедь. То есть, как, что такое свеча? Свечу ты зажигаешь сам, и она светит, дает немного света. Это как когда ты делаешь заповедь, то тогда ты заповеди ты физически выполняешь, и ты этим самым внутри зажигаешь именно свое тело материальное, которое такое животное мясо, там 70 килограмм плюс-минус, 80 там, и так далее. Ты берешь это свое мясо, ты его делаешь духовным через то, что ты выполняешь заповедь быгуфо, телом своим. Значит, получается, свеча это... Заповедь – это свеча, которую ты зажигаешь. Тора – это свет. Свет идет от Бога, и когда ты изучаешь эту систему, то ты через изучение вот этого божественного создания, сотворения и управления миром, ты присоединяешься к божественному свету, который бесконечен. То есть через твою душу на тебя идет этот свет, который освещает твой интеллект. Ну, света идет в интеллект только. Потом, если ты хочешь к этому свету привязать тело, ты выполняешь заповедь, ты сам зажигаешь свечи, да, заждем свечи, зажигаешь. И Дерехаим, путь к жизни, лежит через увещевание или через страдания. Тут интересная вещь. Вот мы учим, например, Мишли. Это все увещевание. Притчи царь Соломон нам говорит нравственные наставления. Говорит, ребята, будьте умными, соблюдайте заповеди, соблюдайте Тору, выстраивайте свою жизнь по божественным правилам, а не по каким-то другим. Понятно? Это увещевание. Теперь тот, кто увещевание слышит, ему достаточно. Он начинает учить Тору, зажигать заповеди и выстраивать свою жизнь по вот этой вот правильной божественной системе, пользуясь очень сильно, пользуясь божественной поддержкой, молитвой. То есть он себе выстраивает идеальный мир, в который переходит уже при жизни, и дальше в этом мире он лифтом поднимается, когда тело отмирает. Теперь, но если есть люди, и таких людей очень много, которые... Они пытаются усидеть на двух стульях. Они пытаются, с одной стороны, я в Бога верю, с другой стороны, я буду сейчас еще, ну, как бы продолжать жить той же жизнью, которой я жил. Особенно этот разрыв идет, когда человек уже, он верит как бы в Тору, в божественную душу и так далее, и начинает чуть-чуть какие-то заповеди выполнять, но у него образуется такой разрыв между одной частью его жизни и другой частью его жизни. И тогда получается, что у Бога показать ему все его пробои есть только один способ. Кого Бог любит, того наказывает. И у него начинается в той части, которая отстает, у него начинается страдание, страдание, страдание. Теперь у него есть два варианта. Или он не понимает, и тогда эти страдания, они как маховик раскручиваются и могут его разрушить. Или он, понимая, что эти страдания ему дает Бог, и благодаря за них, он с помощью этих страданий, как сигналов, он подтягивает эту свою вторую часть себя через заповеди, Тору и так далее, и выравнивается, и вылазит на поверхность. Я помню, когда я начал соблюдать заповеди, я начал сильно болеть. Я начал сильно болеть, у меня болела голова, я помню, Рош ха-Шана один, я вообще не мог прям встать. То есть сильно первые где-то года два я физически болел, у меня вообще не было денег, у меня все было, ну, начала жизнь, появился очень большой перекос, то есть духовность начала сильно развиваться, а вот эта вот физическая часть, она за ней отставала. Но потом через где-то лет 5 все подравнялось и начало уже расти параллельно вместе. Все, дорогие друзья, всем желаю прекрасного дня, чтобы запомните, напишите эту прям 23 отрывок 6 главы, один из самых главных вообще, я считаю, в Торе отрывков. Свеча, заповедь. Каждая заповедь – это свеча. Тора – это свет, ор бесконечный, он без источника, это от Бога идет этот свет, потому что он источник этого света. И путь к жизни – это увещевание, объяснение,
и страдания, которые направляют тебя на правильный путь. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Напишите свои выводы и сделайте заповеди. Внизу есть обязательно ссылочка на книгу заповеди. Вот Сигизмунд как раз в нужное время включился. Книга заповеди Хафец Хаима. Можно выбрать прям заповеди и делать. Все, удачи, успехов, всем пока.